наш народ это не поддержит. Не поддержит и Дарига Назарбаева, и не поддержит Нурсултана Назарбаева, потому что мы все от него устали. Он у власти 29 лет и ничего хорошего нашей стране не принес, отбросил число отсталых стран. Страну, одну из самых богатейших в мире, с богатейшими природными ресурсами, с образованным населением, он превратил наших граждан в нищих. Зачем нам такой президент? Мы же не будем ждать, когда он еще лет 50 будет управлять страной. Пользуясь медицинскими успехами, он может свою жизнь продлить еще на 20 или 30 лет. Неужели мы будем все время наблюдать, как эта семейка безмерно обогащается, как эта семейка пытает наших граждан, сажает людей в тюрьмы, отбирает бизнес, как эта семейка не дает возможность нашим гражданам получить хорошее образование, как эта семейка стала миллиардерами при нищих гражданах, ни дня не работая в бизнесе. Неужели мы это будем терпеть? Нет. И поэтому Нурсултан Назарбаев это понимает. И даже если он пойдет на досрочные выборы и сам заявит, что будет участвовать как будущий президент, это вызовет чувство протеста у многих граждан страны. Еще большие протесты у граждан страны вызовет информация, когда Нурсултан Назарбаев скажет: «Именно моя дочь продолжит мое дело». Ну вы знаете, чего только не говорила Дарига Назарбаева. Я человек корректный, стараюсь не награждать никакими эпитетами и ярлыками, но по поводу Дариги, которую я лично знаю со студенческих лет, я могу сказать, что она полная дурочка, абсолютно полная дурочка. Вот представьте, такая дурочка будет управлять нашей страной. Подтверждение моих слов, я думаю, вы получите достаточно. В интернете очень много ее высказываний, как она говорит, как она поет. Это полное кино, это позор нашей страны, позор нашей нации и позор нашего будущего,